Мы в Биробиджане. Со времен взятия Иерусалима римскими легионами Биробиджан стал первой, единственной еврейской территорией, о чем свидетельствует эта стелла с семью свечами. Первые евреи приехали сюда в 30-х годах прошлого века с нехитрым скарбом и огромным желанием построить Красный Сион. Впрочем, этот памятник знают не только как достоверное изображение людей, которые защищали нас от варваров-китайцев, мечтающих захватить Дальний Восток и Биробиджан в частности. Ирония истории заключается в том, что этот памятник творили как раз-таки китайские скульпторы. В памяти жертв Холокоста этот памятник установлен во дворе еврейской общины Фрейд в городе Биробиджан. Биробиджане любят говорить, что еврейская автономная область в полтора раза больше, чем весь Израиль. От солнечных теплых дней в году всего на 27 меньше, чем в Одессе. И все-таки евреи постепенно исчезают с улиц города Биробиджан. Бизнес-ланчи за 120 рублей. Китайская кухня, она здесь повсюду. Китайцев здесь действительно очень много. Учите язык китайский, чтобы говорить на нем в Биробиджане. Ни хао! Они уже здесь, в Биробиджане. Чебурашка и Гена. Этнос призвал их сюда. Друзья, но где же пейсы? Гармошка уже здесь. 7:40 уже льется. А вот так каждый желающий может с удовольствием покормить голубей. Открывайте кошельки, родители. Круто! В субботу в Биробиджане открылся школьный базар. Вообще из 200 тысяч жителей еврейской автономной области евреев наберется от силы 6 тысяч. Биробиджан – это давным-давно бренд. Этакая дальневосточная Одесса.